Добрый день, уважаемые зрители! С вами вновь Любовь Корякова, и это программа «Бизнес-траектория». Современную экономику называют проектно-ориентированной. Сегодня на рынке труда достаточно большое количество предложений для специалистов по проектному управлению. Эти специалисты должны обладать разными навыками, профессиональными и надпрофессиональными. Они должны уметь управлять людьми, должны иметь профессиональные компетенции. Как же внедряется проектное управление в России, какие существуют проблемы, какие перспективы? Сегодня об этом мы поговорим в нашей студии с нашим гостем Арсением Масловым. Здравствуйте, Арсений. Добрый день, Любовь. Арсений – основатель профессионального сообщества PM Pro Club, и приехал он к нам сегодня из Москвы. Рад быть в ваших гостях. Да, северная столица всегда рада профессионалам из Москвы. Давайте. Люблю северную Пальмиру. Давайте обсудим. Арсений, расскажите, пожалуйста, каковы вообще на сегодняшний день основные тенденции и тренды в проектном управлении в России? Ну, давайте начнем с того, что проектное управление, оно поддержано на государственном уровне, и это великое достижение для нас, потому что, наконец, государство обратило внимание о том, что проекты — это важно, проектами нужно заниматься, и заниматься нужно профессионально. Проектное управление существует уже много лет. В этом году, например, PMI празднует свое 50-летие, то есть 50 лет проектному управлению в мире, и это уже достаточно большой показатель. Ну, много времени прошло с момента, когда это выросло в профессиональную дисциплину. Хотя нужно сказать, что проекты существовали еще, конечно, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и даже в Месопотамии, где строили там пирамиды, строили какие-то серьезные сооружения, там это тоже было. Но профессионалами тогда проектных не было, были просто строители. Отлично. Ну, коль скоро мы говорим о Древней Греции, да, давайте тогда вообще поговорим о том, что же такое проект. Есть ли сегодня единое понимание того, что это такое? И есть ли единое понимание не только на бумаге, а еще и в головах тех людей, которые занимаются проектным управлением? Если ответить кратко, нет. А если чуть более подробно, вот в чем все-таки вот эта сложность универсального языка или его отсутствия? Ну, на мой взгляд, все-таки проблема заключается в том, что каждый судит по своим потребностям. То есть каждый считает, что проект – это тот самый, та самая сущность, которая ему нужна для достижения его бизнес-результата. К примеру, если мы говорим о бизнесе, о коммерческой компании. Государственных органов, ну, мы затронем чуть позже, да? А все-таки, когда мы говорим про коммерческий сектор, то каждый владелец бизнеса или каждая компания, если она там публичная, они пытаются изменить что-то у себя. То есть внедрить новые процессы, внедрить новые продукты, и они пытаются использовать проекты как раз как инструмент для достижения этих целей. Но так как компании разные, цели разные, размеры разные, бюджеты разные, люди разные, менталитет разный, то единого понимания проекта нету. Разные организации, PMI и PMA пытаются внедрить свои формулировки, но каждый обладает своими минусами и плюсами. Если кратко говорить, то проект — это действительно какое-то действие, которое ограничено какими-то результатами, ресурсами, бюджетами, и оно создано для того, чтобы достичь какой-то цели. Вот если очень кратко. Но можно найти и плюсы, и минусы, слабые и сильные стороны этого определения. Поэтому каждый пытается в определение проекта включить что-то свое для достижения именно своей нужности, своей полезности, то, что нужно ему самому. Ну вот ваше профессиональное наблюдение, когда компания говорит, что мы внедрили проектное управление, действительно ли это значит, что оно там внедрено? Конечно, нет. Потому что чаще всего желаемое выдают за действительное. Очень многие компании, внедряя проектное управление, либо декларируют это перед своими собственниками о том, что у нас есть проектное управление, мы управляем портфелем проектов, мы молодцы. Но начинаешь копать глубже, понимаешь, что все изложен только на бумаге. Если выпущен приказ о том, что у нас создан проектный офис, это не означает, что у нас есть проектное управление. Это означает, что у нас создана структура, которая, по идее, должна за это отвечать. Но насколько она отвечает, какие у нее стоят там какие-то KPI, если не ставятся, как к этому относятся сотрудники, как это воспринимают их контрагенты, общество вокруг этой компании, это вот все такой открытый вопрос. Нужно прям разбираться детально с каждым из них. Ну вот вы справедливо заметили, что многое зависит от отрасли, да, от размера компании, от, наверное, от амбиций компании. Скажите, пожалуйста, существуют ли особенности проектного управления в различных отраслях и, может быть, государственной сфере? Ну, существует, безусловно, потому что лучше всего, на мой взгляд, проектное управление нашло себя именно в строительстве, к примеру, в строительной отрасли, потому что она более формализована, и на нее проще натягивать те процессы, которые определены в проектном управлении, то есть управление содержанием проекта, управление рисками и так далее. Если мы берем какие-то специфические отрасли, например, медицину, там они, конечно, тоже есть, но они уже имеют немного другую. Ну, другое представление. Лучше всего, помимо строительства, проектное управление нашло себя в IT. Вот IT, если вы посмотрите на то, что делает Сбербанк, крупные наши банки, финансовые институты, страховые компании, они проекты запускают, ну, в полном объеме, и у них это здорово получается. Но надо понимать, что они запускают IT-шные проекты. Вот в IT это летает и великолепно получается. Стоит чуть в сторону отойти от IT,
хорошая фраза, отойти. А ты начинаешь сразу понимать, что проектное управление начинает сильно хромать, особенно когда люди пытаются использовать хайп типа agile, словами «Ура, у нас agile, сейчас мы его у себя внедрим в торговле, или в медицине, или еще где-то». И когда смотришь, что происходит при этом, понимаешь, что пользы от этого, ну, не так много, это скорее больше вреда и больше желания показать, что ты вот занимаешься такой новомодной вещью, и ты такой большой молодец. Ну вот давайте тогда про agile немножечко поподробнее. Действительно, это сейчас... Хайп. От всех, да, от всех, и хайп, и, как раньше говорили, из каждого утюга звучит, да? Да. Насколько это действительно инструмент, который можно внедрить везде или не везде, и насколько эти гибкие методы лучше, чем стандартные методы проектного управления? Смотря где. Нужно просто понимать, что agile, вообще подходы agile до гибких методик, они как микроскоп. Ими можно тоже забивать гвозди, но эффекта будет не очень много. Есть очень хорошая модель Канавин, которая определяет сложности системы. Есть простые системы, есть сложные системы, есть запутанные, есть хаотические. Вот в любых из этих четырех систем лучше всего и agile себя чувствует именно в запутанных системах, когда у тебя нет четкого понимания между причиной и следствием. Если мы берем простые системы, то там значительно проще работать просто по регламентам или просто по инструкции. Первый шаг, второй шаг, третий – бац, результат. Если мы берем сложные системы, где возникает человеческий фактор, где нужно взаимодействовать с людьми, там, где нужно учитывать риски, там играет обычное проектное управление. То есть то, что предлагается уже последние 50 лет. А agile – это именно запутанные системы, там, где непонятно, что будет, если мы выпустим продукт на рынок. Будет он воспримет, нужна ли такая функциональность, нужно ли что-то поменять. Там agile играет. Но наши же люди пытаются натянуть agile везде. Ну и, соответственно, мы видим такие эффекты, что порой диву даешься. Ну, это правда, слово действительно очень модное, и все возлагают на него большие надежды. А в свое время на одном из вебинаров мы как раз поднимали тему «хайп это или тренд?». Я скажу так, agile – это хайп для новичков, и это реально тренд для профессионалов. Отлично. Скажите, пожалуйста, давайте обсудим такой вопрос. Все-таки что касается внедрения. Да? Мы поняли, что очень долго уже проектное управление живет в мире, очень долго оно живет в формализованном виде, в виде там, PMBOK, да, и различных других методик. Что делается с внедрением? Что делается с внедрением в мире и в России у нас? И почему же все-таки при всех плюсах проектного управления еще не везде оно внедрено? Я бы сказал, что проблемы две. Ну, как-то основные проблемы, их действительно значительно больше, но основные две. Первое – это отсутствие процесса в компании. То есть компания не способна работать в рамках стандартизованных процессов. Она способна внедрить процессы, но она не готова по ним работать и брать отчетность у людей за выполнение этих процессов. И второе – это человеческий фактор. Потому что, к сожалению, проектное управление на 80% состоит из коммуникации. Коммуникация между людьми, внутри подразделений, внутри команды, команды и внешних каких-то служб, с контрагентами, с государственными органами, с подрядчиками, с кем угодно. И вот в этом возникает самая большая проблема. Российская действительность, вообще российский менталитет, он очень математизирован. То есть люди пытаются применять чистые математические методы в тех местах, где они не нужны. То есть используют свои хард-скиллы, там, где действительно нужен софт, то есть гибкие скиллы, ну, гибкие компетенции. И для того, чтобы внедрить проектное управление, в первую очередь нужно понимать, что это проблема не математическая. Не в том, что мы не можем написать процесс, мы не можем людей убедить работать по этому процессу. Мы не можем объяснить людям преимущества этого. Потому что как только ты начинаешь что-либо внедрять новое, любой сотрудник любой компании воспринимает это как покушение на его комфортную зону. Он не хочет выходить из комфортной зоны, ему для этого ничего не нужно. А собственники бизнеса чаще всего считают, что проектное управление – это такая же работа, как обычная операционная. И они не понимают, что для того, чтобы людей сподвигнуть на участие в проектной деятельности, требуется какая-то мотивация. И вот этой мотивации очень сильно не хватает. Поэтому чаще всего и проектные начинания, и проектные офисы гибнут из-за того, что люди какой-то момент дергаются, пытаются, а потом говорят, все, надоело, и просто отваливаются. И это вот действительно большая проблема нашей страны. Мы перешли плавно, в общем-то, к кадровому обеспечению, да, собственно, мы с него начинали, и мы к нему опять же возвращаемся. А каким должен быть руководитель проекта, какими качествами профессиональными, какими качествами, наверное, в большей степени личностными он должен обладать для того, чтобы все-таки проектное управление было внедрено, и не просто внедрено на бумаге, а работало и приносило компании результат? На мой взгляд, просто есть три виды интеллекта, которым должен обладать любой руководитель проекта. Первый – это обычный интеллект, IQ. Да? Он должен быть стратегом, должен уметь считать, он должен уметь взаимодействовать с документами, с финансами. Второй очень важный момент – это эмоциональный интеллект. Он должен уметь мотивировать людей, он должен проявлять лидерские начинания, он должен уметь управлять конфликтами, он должен работать именно по софт-скиллам, то есть показывать, что он не менеджер проекта, а лидер.
И третий момент — это так называемый VQ или жажда жизни. Это там, где человек должен показывать свою жажду что-то делать. У него должна быть мотивация куда-то двигаться. Если у тебя потухшие глаза, но ты умеешь общаться с людьми, скорее всего, в тебе лидер не увидит. Сейчас тенденция идет к тому, что людям не нужны менеджеры. Очень многие компании пытаются внедрить холократические институты управления, то есть именно равноправие внутри команд. И менеджеры там особо не нужны, там нужны лидеры. Люди хотят быть в команде того, в кого они верят, и кто их мотивирует на достижение каких-то целей. И вот менеджер проекта должен быть лидером для своей команды. Если ты не можешь вызвать уважение у людей к себе, если ты не можешь их замотивировать на что-то, если не можешь показать им светлый путь, куда идти, и объяснить, как туда двигаться, если не можешь снять с их пути административные барьеры, потому что они должны делать работу лучше, чем ты, ты их для этого, собственно, взял в свою команду, то ты не сможешь достичь результата. И, к сожалению, внедрение проектного управления в наших компаниях в российской действительности происходит так именно на бумаге. У нас с нынешнего дня по приказу проектное управление. Этот человек за него ответственный. Работаем, как работали дальше. Ну, исходя из тех требований, которые вы все-таки озвучили, да, неформальных моментов, наверное, руководитель проекта, в общем-то, это счастливый человек, да? То есть это человек, у которого горят глаза сделать что-то большее, достичь чего-то лучшего. Да, то есть это, ты не должен просыпаться с мыслью о том, боже, мне опять идти... У меня проектное управление, у меня опять люди, у меня опять нужно... Можно я останусь дома, я заболел? Это действительно должен быть фан, это должен быть удовольствие от этого процесса, потому что если ты умеешь получать удовольствие от взаимодействия с людьми, то ты действительно имеешь большой шанс стать хорошим руководителем. Отлично, тогда плавно вытекающий из этого вопрос об образовании и сертификации вот этих вот специалистов. Ну, наверное, можно получить определенные знания, умения, навыки, но получить счастье в образовательном учреждении, ну, наверное, единичные случаи. Как готовить специалистов в сфере проектного управления, как готовить руководителей проектов и какие-то другие роли, да, которые играют важное значение в проекте? Ну, я бы сказал так, что сертификация — это важно. Очень многие коллеги по рынку со мной не согласятся, у нас периодически случаются определенные беседы, порой даже на повышенных тонах, важно это или нет, я считаю, что это важно. Для того, чтобы стать нормальным руководителем проекта, хорошим руководителем проекта, для того, чтобы получить хорошее образование, нужно исходить из нескольких предпосылок. Во-первых, руководитель проекта должен ответить для себя в самом начале, от чего он хочет достичь вообще. Не сделать свой проект, а вообще чего он, куда он хочет двигаться. Если ты видишь себя только в проектной отрасли, ты занимаешься только проектным управлением, то тебе как раз-таки стоит уходить с сертификацией, потому что это просто подтверждение того, что ты обладаешь определенными знаниями. Не в смысле, что ты их выучил, не в смысле, что ты умеешь их применять даже, а ты просто, у тебя эти знания есть. Навыки, к сожалению, оттачиваются только в практике. Поэтому, к сожалению, в одном обучении навыки ты не получишь. Но без базового понимания терминологии, без базового понимания, что такое процесс и вообще для чего он создан и как по нему работать, приходить к людям и объяснять во внедрении процесса управления рисками бесполезно. Ну, ты сам это не знаешь, людям объяснить не сможешь. Это первый момент. Второй момент — ты должен понимать отрасль, в которой ты работаешь. Если руководитель проекта приходит на проект в незнакомой для него отрасли, он должен понять, что через 3 месяца он должен разбираться в нем не хуже, чем тот человек, который у него в команде находится. Потому что сложно управлять людьми, если у тебя при этом нет навыков той отрасли. Они с тобой будут разговаривать на другом языке. Это постоянное обучение. То есть, если ты прыгаешь с одной отрасли на другую, переходя с одного проекта на другой, нужно быть постоянно готовым воспринимать все новые, новые, новые знания. И еще важный момент – это, конечно, эмоциональный интеллект, опять же. То есть нужно каким-то образом прокачивать эти компетенции в себе, и это тяжело. Потому что если обычные хардскиллы, они прокачиваются достаточно быстро чтением, изучением, прохождением на курсы и так далее, это, ты можешь делать это сам. То эмоциональный интеллект – это очень тяжелая работа. Тяжелая работа над собой, возможно, работа с коучем, возможно, работа с тренером. Но это нужно планомерно, регулярная работа, и она быстро результатов не дает. Ну, давайте представим себе гипотетического специалиста, которому сказали: завтра ты будешь у нас проектным менеджером, руководителем проекта, который мы внедряем. В компании существуют определенные процессы, в компании существуют определенные традиции, история. Вот что делать этому конкретному человеку, да, какие практические рекомендации мы можем ему дать? И вообще, можно ли объединить процессы и проекты внутри отдельно взятой компании? Ну, давайте я скажу то, что я говорю своим PM-ам, когда руководитель проекта приходит в мою команду. Я говорю: когда вы приходите в новую компанию или в старой компании, становитесь руководителем проекта, вы должны сделать в первом начале одну вещь. Берете бумагу, пишите заявление об уходе. Подписывайте, не ставите дату, убирайте в карман. Вы должны всегда быть готовы отдать этот документ своему руководителю, когда будете не согласны с тем, как он пытается влезть в ваш или в твой проект. Потому что, когда ты начинаешь управлять проектом, нужно понимать, что помимо обязанностей, как руководитель проекта, у тебя должны быть подтвержденные, утвержденные, принятые и узаконенные полномочия. Если у тебя нет полномочий на управление людьми, привлечение ресурсов и обсуждение вопросов с вышестоящим руководителем, ты будешь неуспешен.
тебя просто либо съедят, в кавычках, либо, соответственно, тебе просто сделают так, что твой проект станет неуспешным, его закроют. Нужно понять, что ввязываться в проектное управление можно только тогда, когда у тебя есть полномочия что-то делать, когда тебе дают права на это. Хоть есть фраза о том, что власть не дают, а власть берут, но в данном случае власть должны дать. Потому что очень часто PM говорят, вот, ты должен сделать этот проект, вот это твои цели, вот здесь твоя команда, но у тебя ни полномочий, ни ресурсов, ничего нету. Люди подчиняются функциональным руководителям, ты на них влияния не имеешь. И оказать никак не можешь. И постоянно начинаются конфликты. Они должны работать либо в своей функции, либо на твоем проекте. Поэтому вот этот немаловажный аспект, который нужно обсуждать в самом начале. Я всегда говорю своим руководителям проектов, не ввязывайтесь в проекты, которые вы не сможете управлять, потому что у вас нет полномочий. Есть полномочия, есть шансы. Нет полномочий, шансов просто нет. Ну, по большому счету, это полная поддержка со стороны руководителя или собственника компании в таком случае, да, для того, чтобы этот проектный вообще момент был возможен в принципе. И поддержка, безусловно, но полномочия я смотрю немножко шире. То есть ты должен иметь право ставить людям задачи, требовать с них результат и поощрять или, соответственно, каким-то образом... То есть ресурсы какие-то дополнительные, да, к этому иметь. Потому что без этого невозможно это сделать. У меня был очень замечательный случай в одной из компаний, когда люди, работающие на проекте моего руководителя проекта, неожиданно с него почти целиком снялись и ушли со словами «у нас годовой отчет». Он прибежал ко мне с совершенно распахнутыми глазами и говорил: «А что мне делать? Я на них влиять не могу». Их просто забрали, их руководители, и сказали: «Все, вы теперь работаете над годовым отчетом». Но это был большой конфликт, большая разборка, не побоюсь этого слова. Но мы свою позицию отстояли. Ну вот давайте, действительно, хороший кейс, давайте разберем, а что делать в такой ситуации? Ну, во-первых, такую ситуацию нельзя допускать. То есть, опять же говорю, полномочия должны быть. А когда мы запускаем какие-либо проекты, у нас есть такая роль — ресурсный менеджер. Это тот человек, который выдает тебе в проект ресурсы. И мы, когда приходим к нему и говорим, какие нам люди нужны, мы сразу изначально на бумаге договариваемся до следующего. Он не имеет права забрать человека обратно до конца проекта, не получив моей подписи. То есть он не может просто прийти и сказать: «Иван Васильевич, ты теперь больше на проекте не работаешь, пошли обратно». Он должен прийти ко мне и договориться со мной, что он либо забирает и дает замену, либо каким-то другим способом. То есть это вот, в кавычках, в хорошем понимании, продажа в рабство. То есть ты взял ресурсы, они у тебя, и больше никто, кроме тебя, им управлять не может. И есть один очень важный момент в любом проекте. Если у вас есть возможность взять ресурс на 100%, ну один или два ресурса, или три ресурса, ну по 50%, берите всегда 100%. У вас человек должен быть полностью погружен в ваш проект, потому что его постоянно будут раздербанивать в разные направления, и вы, скорее всего, будете находиться в нижнем приоритете, потому что не вы платите ему зарплату. Ну, это правда. Никто не знает, как отмерить 50%, да, в таком верно. Случае. И где они, в начале дня, в конце дня или через каждый час? Совершенно верно. Арсений, скажите, пожалуйста, есть практика у компании нанимать внешнего специалиста для внедрения проектного управления. Скажите, пожалуйста, насколько этот подход, с вашей точки зрения, правильный, в каких случаях он возможен, какие риски он в себе несет? В общем, все на эту тему. Я бы сказал, что это вообще правильный подход, основной. Объясню почему. Дело в том, что если ты выстраиваешь что-то новое, ты, по сути, свой завоеватель. То есть у тебя функция завоевания, построения что-то нового. Когда ты все отстроил, этим нужно управлять в спокойном режиме. И тебе, как завоевателю, чаще всего уже неинтересно. Ты уходишь на что-то другое. Тебе опять нужны новые достижения, новые вызовы. Поэтому лучше всего проектное управление строит варяги. То есть когда нанимает человека на стороне, он отстраивает проектное управление, внедряет его в компанию, формирует проектный офис, набирает туда людей, обучает этих людей, ищет себе замену в этот проектный офис, передает дела и спокойно уходит с этого проекта. Внедрение проектного управления – это полноценный проект. И лучше доверить его профессионалу, но при этом профессионал должен владеть всей полнотой власти для того, чтобы внедрить то, что от него требуется. То есть он должен иметь поддержку первого лица, не второго, не заместителя, а именно первого лица компании. Только в этом случае это можно внедрить успешно. А какие риски в такой ситуации существуют и, собственно, что будет после того, как варяги уйдут? Ну, варяги чаще всего не уходят, они предлагают поддержку, скажем, по собственному опыту. А в действительности риски, безусловно, есть, но нужно понимать, что внедрение любой новой функции, проектное управление или проектное офис – это новая функция, она подразумевает формирование из текущих людей, работающих в компании, людей, поддерживающих этот проект. То есть, внедряя новую информационную систему или внедряя проектный офис, мы выстраиваем взаимодействие между внешними ресурсами, которые подключаются к построению, то есть варягам и его командой, и внутренними. Варяги передают свои знания на поддержку того, что они создали, внутренней команде. То есть они заинтересованы в том, это один из KPI, о том, что команда сможет подхватить построенный проектный офис и нормально им управлять. То есть мне кажется, что это самый правильный подход, потому что когда ты выращиваешь функцию изнутри, берешь человека изнутри, это вызывает очень много проблем. Есть какие-то уже взаимные обязательства, политические расклады, вовлеченности и так далее. То есть на человека смотрят, а что это он, почему не я? А внешне всегда воспринимается, типа, ну варяг, что с ним взять?
пришел, уйдет когда-нибудь. Пришел, уйдет когда-нибудь, совершенно верно. В конце концов. Но мы здесь плавно переходим к истории, которая называется «Профессиональные сообщества». Да? То есть нужно людей в нашу веру обратить, и после этого еще сделать так, чтобы они там остались. Каким образом поддерживать вот эти знания, профессиональные компетенции, каким образом вообще выстраивается общение людей, занятых в сфере проектного управления? Ну, начнем с того, что, конечно, проектное управление — это не секта, да? То есть это все-таки не вера, это скорее интересы, то есть это замена интереса. Проектное управление подразумевает, что все мы коммуникаторы, что нам нравится общаться с людьми. Ну, это одно из основных предпосылок. А очень сложно быть коммуникатором, когда ты сам по себе и один, когда не с кем переговорить на ту же тему и поделиться проблемами, болями какими-то, спросить советы и так далее. И профессиональное сообщество создано ровно для этого. То есть это объединение профессионалов по какому-то признаку, либо отраслевому, когда собираются нефтяники, газовики, там, тяжелая промышленность легкая, либо, соответственно, по направлению проектной деятельности. В этом смысле, когда собирается это сообщество, люди могут просто взаимообогащаться, или как мы любим это называть, перекрестным опылением заниматься. То есть, когда мы рассматриваем разные кейсы, помогаем решать друг другу какие-то проблемы, просто поговорим об этих делах, помогаем друг другу найти, например, PM-ов там, или администраторов проекта, или можем помочь кому-то из своих там, коллег, из своего сообщества, предложить ему занять ту или иную позицию, в той компании, где ты сейчас работаешь. То есть, это именно такая хорошая, в хорошем понимании, тусовка профессионалов. И я это очень ценю и считаю, что это очень важный фактор. К сожалению, в России он только-только начинает заражаться. Во всем остальном мире, в западном, там, в данном случае, это существует уже многие десятилетия. Ну, простой пример. В 2017 году в России, в Москве конкретно, проводилось порядка 30-40 митапов в день. 30-40 митапов. Не проектных, просто митапов. В Нью-Йорке в этот момент проводилось 817. Ну, просто статистику смотрел. Цифры, они как-то показательны. И митапы, а это именно такие небольшие сообщества. Я говорю только про маленькие, 30-40 человек собирающихся. Количество конференций в том же самом в Штатах или в Европе, оно несопоставимо по размеру с нашими. Ну, просто несопоставимо. Хочу, наверное, перейти к моему любимому вопросу. Каким образом вообще управлять знаниями в проектном управлении? Каким образом вовлекать новичков? Как готовить новичков? Как переводить людей с одного уровня на другой? И, собственно, может быть, даже доводить их до того состояния, когда они сами могут формировать методики проектного управления? Это можно делать двумя способами. Либо с помощью истинных таких вот альтруистов, которые хотят в компании этим заниматься, либо с помощью специальной структуры, которая называется проектный офис. Одна из функций проектного офиса – это обогащение с разных проектов знаниями и консолидации базы знаний внутри проектного офиса и распространение этих знаний по компании, по тем людям, которые участвуют в новых проектах. У нас было простое правило. Перед тем, как запускается новый проект, будущий руководитель проекта обращался в проектный офис, если он не был частью проектного офиса, со словами «я хочу открыть проект по такому-то направлению». Мы собирали всю информацию по схожим проектам или схожими проблемами, или схожими людьми, которые у него планировались принимать участие в этом проекте, и передавали ему ознакомиться. Это так называемые извлеченные уроки. Посмотри, что было ранее, может быть, ты что-то для себя полезное найдешь. Мы формировали реестр рисков. Это было порядка 2000 рисков, которые были собраны со всех разных проектов, и мы пытались подсказать, какие риски из уже ранее сработавших, которые были, могут появиться у него. То есть мы пытались дать ему на вход тот накопленный опыт, который уже был в компании. И это очень важный момент. Если это знание не накапливается, то уход любого ключевого человека подразумевает потерю этих знаний. Ну, собственно, и, наверное, этой системой каким-то образом нужно управлять, то есть должен быть какой-то ответственный, не знаю, менеджер, сотрудник, да, который будет вот заниматься и наполнением, и актуализацией этих знаний, и распространением их по нужным сотрудникам. Есть хорошая система, называется информационная система управления проектами, ИСУП. Она подразумевает, что все участники проекта, в том числе и руководители проекта, заносят в нее данные о проекте. Данные о том, какие риски на проекте, какие проблемы, какие коммуникации выстроены, когда какие работы выполнялись и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта информация консолидируется в информационной системе, и проектный офис, чаще всего функция аналитического отдела проектного офиса, занимается тем, что анализирует сложную там информацию и создает на их основании извлеченные уроки, которые потом делятся внутри компании. Отлично. Вы затронули такую хорошую тему, как информационные системы. Давайте мы немножечко об этом. Мы с вами предварительно даже не обсуждали, но действительно тема очень важная. Сейчас на рынке очень много предложений именно различных программ, программного обеспечения. Мы поможем вам внедрить проектное управление, купите наше программное обеспечение, и все у вас полетит.
какое ваше отношение к подобным продуктам? Действительно ли они помогают внедрять проектное управление? И как нужно подходить к выбору подобного программного обеспечения? Ну, представьте себе, что у вас есть семья очень обеспеченных людей, у которых очень много денег. К ним приходит человек и говорит: купите наш супервертолет, и вы сразу сможете летать к своим родственникам сразу после покупки. При этом ни у папы, ни у мамы лицензии на вождение вертолета нет. Вертолет классный, он действительно классный, высокотехнологичное устройство, достигает колоссальных показателей. То есть все хорошо, только водить его никто не умеет. А продавцу что нужно? Ему нужно его продать. Поэтому он ее продаст. Как вы будете использовать, уже ваша проблема. Но можете купить у меня поддержку. Любая информационная система является всего лишь инструментом. И лично мое мнение, я считаю, что если нету процессов, то ни одна информационная система не поможет. Автоматизация хаоса придет только к хаосу. К автоматизированному хаосу. Совершенно верно. Поэтому перед тем, как информационную систему нужно внедрять внутри компании, нужно понимать, кто будет отвечать за процессы, за бизнес-процессы, в которые будет вовлечена эта информационная система. Если эти бизнес-процессы не отстроены, если у них нет владельца, если с этого владельца не спрашивают за результат, у вас будет год-полтора, после чего все это дело закроют. Ну, то есть, собственно, это будет очередное ПО, которое будет лежать на полке, и к проектному управлению оно не будет иметь отношения. Абсолютно никакого. Нет, ну кто-то поиграется, скорее всего, с ним, посмотрит красивые графики, не имеющие отношения к реальности. Очень часто бывало, когда я приходил к компании, мне говорили: вот у нас есть информационная система, у нас даже проектный офис вроде есть, но что-то наш бизнес не сильно счастлив, и владелец бизнеса не понимает, что ему конкретно показывают. Ты начинаешь ковырять эту информационную систему, разбираться, какие в ней лежат данные, и понимаешь, что они обрывочные. Какие-то кусочки данных кто-то занес, кто-то нет. Не все проекты заведены в информационную систему, не все люди отчитываются о выполнении тех или иных ключевых вех, прохождении вех проектов. Нету вообще данных, например, о затратах, то есть вообще ничего нету. Но информационная система хорошая. И когда ты в нее залазишь и достаешь какой-то отчет, ты понимаешь, что он к реальности не имеет никакого отношения. И вот для того, чтобы все это взлетело, опять же, внедряются процессы, людей обязывают работать в этой информационной системе, а это большущая проблема. Люди не любят новых систем, они не любят отчитываться в своей работе. И это изменение и культуры, и мышления, и отношения к работе. Это такая мощная культурная революция внутри компании. Это не просто поставить почтовый сервер, потом бам, и все начали сразу получать письма. Это сложная, сложная большая работа. Ну вот мы с вами в ходе нашего разговора действительно пришли к выводу, что коммуникации – наше все, и только при наличии качественных коммуникаций между всеми участниками вообще какие-либо проекты возможны. Совершенно верно. И в этой связи мне бы хотелось, чтобы вы кратко описали, наверное, того идеального проектного менеджера, который должен появиться вот в ближайшее время буквально во всех наших компаниях. Ну давайте так, я считаю, что хороший профессионал своего дела должен быть, во-первых, погружен в то, что он занимается, он должен любить это дело, он должен быть увлечен этим, это увлеченная натура чаще всего. Он должен обладать очень мощными компетенциями построения взаимоотношений с людьми, он должен быть хорошим коммуникатором, он должен быть хорошим презентатором. Есть хороший термин, в одной из западных компаний услышал, они говорили, что руководитель проекта должен быть PPT-дуером, то есть человеком, который классно делает презентации, то есть это основной скилл, основной навык, который должен был быть. Он должен быть хорошим мотиватором для своей команды. Команда должна ему доверять. Он должен выстроить отношения в команде так, чтобы они хотели с ним работать. Я, когда переходил с одной компании в другую, чаще всего я всю команду перетаскивал за собой. Как только я говорил, что я принял предложение в следующую компанию, уходил, ко мне подходили мои ребята и говорили: «Шеф, мы с тобой». Ну, то есть, вот нужно быть таким человеком, за которым люди тянутся. В этом смысле. Ну, такая харизма должна быть. Да, харизма. Ты должен быть харизматичным, ты должен быть лидером для своих людей. Они должны в тебя верить. И самое главное, нужно понимать, что в одиночку проектное управление внедрить невозможно, каким бы классным профессионалом ты ни был. Тебе нужна команда. И сделать проект в одиночку, наверное, можно, когда ты просто PM, у тебя есть команда даже внешних людей или внутренних, и ты с помощью своих коммуникационных навыков их настраиваешь на выполнение одной цели. Но на регулярную работу, на то, чтобы тебе постоянно выполнять очень много задач, взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, взаимодействовать с топ-менеджментом, взаимодействовать с контрагентами, взаимодействовать с командой, взаимодействовать с теми, кто не очень-то любит тебя в компании. Это очень сложно. Маленький кейс. В одной из компаний я участвовал в консолидации разных активов, и было три печатных цеха, которые занимались одним и тем же, печатали документы. Когда я пришел в компанию, мне сказали: останется только один, как Дуглас Маклауд. Но при этом все три цеха были вовлечены в проект, и все три руководителя цеха понимали, что останется из них только один. А мне нужно было с ними выстроить единый процесс, чтобы можно было перевести все на единые рельсы. Вы не представляете, насколько это было сложно. Когда двое людей смотрят на тебя ненавистным взглядом, и понимают, что чем лучше ты сделаешь проект, тем быстрее их уволят. Да, и здесь нужна такая стойкость внутренняя. Да, и сильная поддержка сверху.
Отлично. Я благодарю вас, Арсений, за то, что у нас с вами состоялся такой содержательный разговор. И завершить его я хочу нашим традиционным блицем. Это три вопроса, ответить на которые нужно кратко, одно-два предложения без обсуждений. Хорошо. Назовите, пожалуйста, личностное качество, которое однозначно не позволит быть человеку проектным менеджером. Красный лидер, просто менеджер. Скажите, пожалуйста, что важнее для руководителя проекта, опыт или образование? И то, и другое. Порекомендуйте книгу, которая должна стать настольной книгой проектного менеджера. Сложно ответить, потому что книг таких много. Но я бы начал с книг, ну, базовых, наверное. Мне тяжело, правда, ответить на этот вопрос кратко, потому что... Отвечайте это... более подробно. Дело в том, что проектное управление затрагивает очень многие аспекты жизни человека. Он затрагивает разные области знаний. Это как спросить, что вам важнее, чтобы у вас сердце не болело или нога не болела. Я не хочу, чтобы у меня вообще ничего не болело. Мне очень Давайте две выбрать. Книги, хорошо. Ну, наверное, я бы предложил «Метод пирамиды», книгу, которую выпустил один из сотрудников, работающих в McKinsey. И вторая книга, наверное, «Никогда не обедайте в одиночку». То есть первая книга рассказывает о том, каким образом можно структурировать информацию, это должен быть структурирован человек, чтобы доносить ее до сознания других людей, то есть проходить через их призму восприятия. А вторая книга говорит о том, как выстраивать коммуникацию. Это коммуникация, да. Отлично, ну это как раз те важные моменты, на которых вы акцентировались. Еще раз благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что эта беседа была интересна вам и однозначно интересна нашим слушателям. Я очень сильно это рассчитываю. Надеюсь, что коллегам помог хоть немного раскрыть завесу над словом «проектное управление». Это не страшно. Спасибо большое. Ну а нашим уважаемым зрителям я желаю профессионального и творческого роста и до встречи в эфире «Бизнес-траектории». Мы прям 14:00 закончили.